Здорово, шалуны! Сегодня вышел новый сезон Пути Славы, и в честь этого, как это обычно бывает, нам ввели новый 18 уровень данжа. Насчет карты, то он похож на 17, но тем не менее, механика его прохождения немного отличается. Короче говоря, без лишней воды, и как всегда, приятного просмотра. Вот, потому что Ревизарио, который человек, блядь, там как его, я хуй знаю, там страж, плюс 12, не может убить, блядь, булик. Итак, для обхода 18 уровень Пути Славы вам понадобится 150 тысяч боевой силы суммарно 6 персонажей. Я рекомендую хотя бы на основу одевать камень на дополнительный урон по главарям, так как он нехило поможет вам в прохождении. От первой до четвертой атаки бешеные главари будут появляться в случайном порядке в отличие от 17 уровня. Это тоже стоит запомнить. Следующий момент это, конечно же, расстановка. По сравнению с прошлым гайдом по Пути Славы я ее доработал, и сразу спойлером на экране вы видите расположение персонажей на каждого босса. Кто не смотрел гайд на 17 уровень, то напомню, что вам нужно будет качать исключительно статую защитника, которая на втором уровне будет давать вам повышенную атаку и отхил. Так что если увидите сгустки энергии или баф статуи на карте, то по возможности не игнорируйте их и забирайте. И гарантированно к пятой волне у вас будет второй уровень бафа. Если опять-таки вы не справляетесь с боссами, то рекомендую также сделать твином камни на боссов и заточите хотя бы на плюс 5. Это гарантированно обеспечит вам проходку 18 уровня Пути Славы. Теперь просто посмотрим проход с моими расстановками.
все видят, что обошлось без лишнего геморроя. Если вам помог данный гайд, не забывайте про ритуалы ютуба и комментарии. А также не забывайте переходить в мой дискорд канал по ссылке в описании. Там есть оперативная информация по почноутам, храмам, а также живое общение. Спасибо за внимание, я кончил.